14 декабря состоится открытие второй очереди реконструкции Московского моста в Чебоксарах. Напомню, работы проводились в рамках указа президента России о праздновании столетия Чувашии и 550-летия ее столицы. Московский мост введен в эксплуатацию в 1966 году. В конце 2015-го началась его масштабная реконструкция. Год назад, 24 июня, была сдана первая очередь. Сегодня Московский мост превратился в современное сооружение, которое выдерживает заметно большую нагрузку, чем прежде. Шестиполосное движение разгрузит транспортную обстановку и поможет снизить аварийность на этом участке, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Стоимость всех работ по контракту составила 1,5 миллиарда рублей. 1,1 миллиард из которых поступили из федерального бюджета. В полную силу Московский мост заработает с 14 декабря.